Закрываем глазки и делаем 3 глубоких вдоха-выдоха, громче и глубже обычного. Представьте, как с каждым выдохом из вашего тела уходит напряжение. Сейчас я попрошу вас направлять внимание на те точки, которые я буду называть, и стараться расслаблять их, отпускать напряжение во всем теле. Пожалуйста, обратите внимание на свои стопы. Обратите внимание на голени. Расслабьте их. Переведите внимание на коленки, на бедра. На живот. Отпустите живот. Дышите низом живота спокойно, легко, без напряжения. Далее направьте внимание на спину, на кисти рук, на локти, на плечи, на грудь. Отпускайте напряжение. Обратите внимание на шею, на затылок, на лоб. Расслабьте лоб, расслабьте челюсть. Полностью расслабьте свое лицо. Если вдруг вы будете убегать в мысли, плавно, аккуратно, возвращайте свое внимание обратно в тело, не вовлекайтесь в мыслительный поток. А сейчас я прошу вас вернуться вниманием в сердце, на грудь. Для большей концентрации можно положить руку. Представьте людей, которых вы любите. Это могут быть ваши родители, партнер, дети. Могут быть даже животные, котята или щенки. Представьте тех, при мысли о которых у вас возникает ощущение тепла, любви, нежности в сердце. Почувствуйте, как энергия любви и благодарности растекается у вас по сердечному центру. Увидьте эту любовь в виде энергии, золотистого или любого другого цвета, который вам привидится. И сейчас своим намерением опустите из сердца луч энергии вниз по телу и представьте, как этот луч уходит сквозь этажи,
сквозь любые препятствия и входит в землю, проникает сквозь ее толщу и доходит до самой ее сердцевины, до самого ядра. Визуализируйте лучи сердца, как ваша энергия любви опускается вниз и соединяет вас с землей. Таким образом мы заземляемся, закореняемся и центрируемся. А теперь представьте, как этот же луч энергии поднимается ввысь, возвращаясь от самого сердца земли, сквозь толщу, сквозь этажи, сквозь любые препятствия, доходит снова до вашего тела, поднимается снизу вверх, наполняя все ваше тело энергией любви и света. Увидьте, как этот луч обратно возвращается в ваше сердце, соединяя вас с землей. Оставайтесь вниманием сердца. Если вы снова уходите в мысли, плавно возвращайте внимание обратно на грудь. Концентрируйтесь на энергии любви, которая сейчас находится у вас в сердце. И представьте, как ее энергия лучом поднимается вверх по вашему телу, проходит сквозь макушку, сквозь этажи, сквозь любые препятствия. Эта энергия поднимается высоко вверх и теряется в бездонном космосе. Соединяя нас с небом. Визуализируйте, как луч из вашего сердца светит вверх, и уходит куда-то в глубину космоса. И теперь увидите, как оттуда же из недр он возвращается вниз, соединяя нас с космосом. Визуализируйте, как луч энергии проходит сквозь этажи, входит в нашу макушку, наполняет все клеточки нашего тела светом, любовью. И снова входит в наше сердце. Мы находимся всем своим вниманием в центре груди, ощущая там безусловную любовь. Теперь вспомните то ощущение, когда на вас светит не жаркое, теплое, нежное солнце. Почувствуйте на себе лучи
мягкие, любящие. Почувствуйте, как вы находитесь в лучах солнца. И подумайте о том, что это светило греет и освещает абсолютно все на нашей земле. Живое и неживое. Реки, моря, животные, растения. Оно дарит тепло абсолютно каждому человеку на нашей планете, независимо от расы, вероисповедания, дохода, характера. Оно одинаково светит хорошим и не очень людям. А теперь представьте себя этим солнцем. Представьте, как вы находитесь сверху, освещая землю своим светом, который исходит из вашей груди. И увидьте себя маленького снизу, себя ребенком, беззаботно играющим на полянке. И направьте энергию любви прямо на себя. Светите, вы солнце, любящее, одинаково доброе ко всем. Согревающе. Улыбнитесь самому себе и пожелайте всего самого наилучшего. Визуализируйте, как луч любви исходит из вашего сердца, а может быть много лучей, и все они освещают, обволакивают вас, маленького, открытого, любящего ребенка. А теперь произнесите про себя: пусть я буду счастлив и благополучен. Свободен от всех страданий. Защищен от всех опасностей и болезней. Да буду я в мире и спокойствии. Да будет мой разум свободен от злости, жадности и неведение. Пусть мое сердце будет наполнено любовью. А ум обретет покой. Теперь я прошу представить своих родителей. Даже если они умерли, вы все равно можете представить их перед собой. И несмотря на то, какие бы ни были ваши отношения с родителями, подумайте о том, что благодаря им вы появились на свет, и благодаря их заботе вы выросли.
И сейчас у вас есть возможность жить на этой планете. Почувствуйте в своем сердце любовь и благодарность к ним. И в виде солнечных лучей направьте на них свою любовь. Окутайте их теплом и благодарностью. Пожелайте им всего самого наилучшего. Теперь произнесите: да будете вы счастливы и благополучны, свободны от всех страданий, защищены от всех опасностей и болезней. Да будете вы в мире и спокойствии. Да будет ваш разум свободен от злости, жадности и неведения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью. А ум обретет покой. Осознавайте любые возникающие чувства и переживания. А теперь вспомните людей, которых вы по-настоящему уважаете, тех, кто по-настоящему позаботился о вас. Это могут быть учителя, бабушки, дедушки, любые другие люди, возможно, старше вас, которые являются для вас авторитетом. Почувствуйте в своем сердце искреннее пожелание всего самого наилучшего и направьте из глубины своего сердца лучи любви и благодарности вниз на этих людей. Представьте, как эта энергия окутывает их и входит в их сердца. И произнесите: да будете вы счастливы и благополучны, свободны от всех страданий, защищены от всех опасностей и болезней. Да будете вы в мире и спокойствии. Да будет ваш разум свободным от злости, жадности и неведения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью.
а ум обретет покой. Направляете энергию своего сердца на представляемых людей, и теперь вспомните о своих друзьях, знакомых и людей, к которым вы относитесь нейтрально. Посмотрите на них сверху, своим любящим, принимающим, доброжелательным взглядом. Пожелайте им всего самого наилучшего и направьте своего сердца лучи безусловной любви. Окутайте их этой энергией. Представьте, как она входит в их сердца. Произнесите: да будете вы счастливы и благополучны, свободны от всех страданий, защищены от всех опасностей и болезней. Да будете вы в мире и спокойствии. Да будет ваш разум свободным от злости, жадности и неведения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью. А ум обретет покой. Продолжайте направлять энергию из своего сердца вниз. Теперь вспомните людей, с которыми у вас не самые простые отношения. Возможно, с некоторыми из них вы прервали свое общение. Представьте тех, которые когда-то сделали вам больно. И подумайте о том, что они такие же люди, как и вы,
со своими слабостями, страхами и недостатками, со своей болью и своей жизненной историей. И они также совершают ошибки, как и вы. Посмотрите на них взглядом полным принятия, понимания и сострадания. Направьте из своего сердца лучи безусловной любви вниз на этих людей. Представьте, как ваша энергия любви лучом входит в их сердца, окутывает их. Пожелайте им всего самого наилучшего. Продолжайте направлять на них энергию любви и произнесите: «Да будете вы счастливы и благополучны, свободны от всех страданий, защищены от всех опасностей и болезней». Да будете вы в мире и спокойствии. Да будет ваш разум свободным от злости, жадности и неведения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью. А ум обретет покой. Продолжайте оставаться вниманием в сердце. Сконцентрируйтесь на энергии любви. Представьте ее золотистого или любого другого цвета, который вы почувствуете. И начните расширять эту энергию за пределы вашего тела. Представьте, как каждая клеточка вашего организма наполняется этой энергией. Как этот свет из вашей груди выходит за границы вашего тела, и вы оказываетесь в золотистом коконе любви. Представьте, как эта энергия расширяется и заполняет всю вашу комнату. Расширяется до размеров всей вашей квартиры, всего вашего дома.
эта энергия окутала всю вашу улицу, район, весь город. Представьте, как город утопает в свете вашей любви. А свет распространяется все дальше, захватывая области, город за городом, покрывая всю страну. Вы уже не чувствуете границ своего тела. Вы есть любовь, которая уже распространилась за пределы страны и покрывает все соседние страны, материки, моря и океаны, леса и поля. Ваша любовь распространяется на всех людей этого мира, на всех животных, птиц и насекомых, на всех рыб. Увидьте, как ваша любовь доходит до дна океана. Нет ни одного местечка на нашей планете Земля, куда бы ни добралась ваша энергия любви. Увидьте сверху, как вся наша планета Земля светится, окутанная вашей любовью. А теперь заметьте, как этот свет еще больше расширяется и расширяется, захватывая галактики, черные дыры и Млечный Путь, и распространяется по всему космосу. Вы уже не чувствуете границ ни своего тела, ни границ энергии. Она бесконечна. И охватывает всю Вселенную.
теперь сделайте глубокий вдох и выдох. И еще один вдох и выдох, возвращая свое внимание в тело. Аккуратно, плавно. Без резких движений. Подвигайте пальцами рук и ног. Ощутите свое тело. Разомните плечи, шею. И можете плавно открывать глаза. Возвращаясь обратно